Не дергайся, чел. Укольчик только поставлю, и все будет норм. По мне? Или Cannibal Corpse, да, или Cannibal Corpse. Бля, боты, что ж вы не угомонитесь-то? А где он вообще? Вот пока он не выстрелил, его вообще не видно ни черта. Где он? Это он? Это-то мусорный мешок, блядь. Пипец! Капец, тени понаделали. Как, блядь? Сколько тут расстояние? Метров 60-70. Все, уже не видно никого в тени. Охренеть вообще. Слушай, это кто-то ботов убивает. Это там не чел стоит, случайно? Это бот еще один. Блядь. Двое. Ай-яй-яй. Кстати, вот он со стройки, этот мужичок с СВДхой. Они сюда уже прибежали, обалдеть. А, ну они, наверное, слышали мои выстрелы, да? Теперь же эта бубука стреляет на полкарты, слышно ее даже глушенным состоянием. Шайтан. Ксения, очень приятно, спасибо. Тепло очки пора покупать с такими тенями. Да какие тепло очки, блин, 15 лямов, ты что? Расточительство. Надо просто тени сделать, как было до этого разработчикам, и все. А еще проще, надо разработчикам просто в игру зайти, в которую они делают. Но это уже глупость, это, ну, не обращать внимания. Понимаешь, что глупость сказал? Кто-то в кусту вот тут, видели, стоял? Вон пошел, но это бот, походу. Какой-то засвет вижу за будкой. Не пойму. Видите, вот здесь какой-то один пиксель светится. Может, там лежит что-то? Тебя никнейм Шайтан ТТВ? Нет. Это не я. Шайтан ТТВ.
О, крыша. Какой-то металл у меня был в тылу, а типа там... Что там случилось с этим типом? Вы видели вообще, сколько там попаданий было? По нему дробовик, походу, стрелял Сайга или типа того что-то. О, чел поднялся его лутать. Закрытые для меня полностью. Становишься, может быть? Да сука! Два там их даже, ёптать. Чат, у меня магазин забаговался, может быть. Может, я урон не наношу? Они даже не дергаются от моих попаданий просто. Ну, то есть им даже не страшно, что пуля рядом пролетает. Мне кажется, у меня магазин забагованный тот был. Поэтому я типа не убил, и вот сейчас по типам пострелял, им даже вообще плевать. Во, вот этот не забагованный магазин. Вот это я понимаю, он чел сразу спрыгнул. А вы поняли, я по ним стреляю, типа, им плевать вообще. На звук, на попадание. В принципе, пыль у них просто над головой. У меня был просто сломанный магазин, оказывается, все это время. Вот, еще один. Отлично. Ладно, пойдем. Так и думал. Двое. По-моему, он настройки наверху. Минус. Еще один. Что-то я сомневаюсь, это бот, наверное, подходит.
Меня орёт ведь, это не бот, походу, ни хрена. Гранаты есть? Прыгает куда-то там. Что у нас слишком много топает? Нифига это. Не бот. Поехали сюда. Вилка здесь есть. Сюда. Шина. Шинов больше нету. О, я не знаю, чат. Гранаты тогда не будем, наверное, брать. Возьмем вот так. А, у меня у самого-то разгрузка беспонтовая, ё-моё. Я уж забыл про это. Мне кажется, этот челобот там уже разлутал моих типов. Но он там очень странно бегал, что-то рыскал. Что, это мертвое что-то лежит? Да, разлутал. Что, всех разлутал, что ли? Капец, когда он успел. Но он, походу, не один был в таком случае. Ну вот как-то так. Сколько получается я убил? Раз, два, три, четыре, пять. Пятеро, по-моему, я убил. А нет, даже шестеро. Ну да. Шесть типочков. Пойдет хороший рейд. 238 метров.